Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло-Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пигмента перламутрово-фиолетового. Несмотря на массовую тенденцию к натурализации, тем не менее трудно представить себе большую часть косметической продукции без использования красителей. Однако даже белоснежный крем для лица – это часто результат ввода специального пигмента – диоксида титана. Производство же декоративной косметики вообще немыслимо без применения специальных пигментов. Характеристика сухого перламутрового фиолетового пигмента такова. Представляет высококонцентрированную краску фиолетового оттенка для применения в косметологии и мыловарении. Внешний вид – сухой порошок. Преимущества и особенности использования данного пигмента таковы. Не содержит вредных веществ, подходит для большинства рецептур. Результат применения – стабильный фиолетовый оттенок. Насыщенность окрашивания легко контролируется. Устойчивость к окислению солнечным лучам. Легко вводится в рецептуру. Возможность розничного заказа пигмента. Использование пигмента фиолетового таково. Средства укладки для волос, мыло хендмейд, декоративная косметика для губ и век, тушь для волос, пена для ванны. Вот такой коробочке мы отправляем перламутровый фиолетовый пигмент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!